И зафиксировал, и поддушил сейчас. Минута тебе еще раз доработать. А Стас, наоборот, из этого положения старается что-то вытащить, нажать, подвигаться. Наоборот, не, да, постряхивать. Молодец. Очень хорошо. Раз. Потом опять дай ему, Стас. Хорошо, еще раз, Равиль. Сейчас опять заново, гард. И еще раз. Подкрутился, сорвал. Хоп. Стас, начинай работать уже, когда чувствуешь, да? Хорошо, аккуратно, аккуратно. Пах, 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 друг другу берегите, аккуратно. Давай, давай, справа, слева. Вот такой сейчас будешь сам работать, давай. Равиль, давай еще где-то минут, секунд 40. Здесь подхват за голову, Стас, чтобы он не поднялся, надо подхватить и прижаться, да. Давай, давай. Сразу, Стас, прижимай. Равиль, колени уже, уже колени. Молодец, хорошо. Все, второй сейчас поменялись, молодцы. Очень красиво. Вот на технику, Стас, главное подкрутиться, понял? Да, он очень крутился, прямо округлял спину. Попробуй так же сейчас. За рукава раз, и все, да? Ну, видишь, он даже там что-то ему хорошо слишком. У тебя нет защиты, гарда, да, вот хорошо. Крутись, крутись, ты рукой подхватил? Стас, ты ж не подхватил рукой снизу. Он тебя не даст, он будет двигаться, да? Руки сорвал, в эту же сторону крутись, сорвал. Вот. Не сломай руку, возьми его за руку сейчас. Не за рукава, а за руку в конечном итоге. Закинь ноги. Сбросил. И руку аккуратненько чуть-чуть потянул на себя, таз поднял. У тебя ноги, видишь, широко. Он кайфует там, как в Крыму сейчас. Ну а что он? Смотри, как ему хорошо-то. И тепло, только не ударь, не ударь. Ты не докрутился, он сейчас стряхнет. Полностью докрутку делаю. Раз. Какую ты руку ему делаешь? Он из карате, если что, на всякий случай. И бьет в мире единицы так бьют, как он в карате. Не-не-не-не. Он прячет. У тебя пах должен быть в подмышке в его, Стас. В подмышке, значит, попу поднимай выше. Докручивайся. Оп. Ну, в подмышке в пах, а ты пах на локте держишь у него. Значит, надо таз свой подкинуть, а спину округлить. Пробуй, пробуй, дорабатывай. Раз резко, одно движение, так. Одно. Так, правильно? Ну, ты делай, делай пока, он скажет тебе, правильно или нет. Хорошо, еще раз тот же самый, быстренько поменялись, еще раз закрепим. С тем же самым, а потом поменяемся, быстренько. Сразу начинаем, это именно работа на скорость. Стас, работай, работай. Сейчас быстрее делай все. Это работа скоростная на технику, здесь думать не надо уже. Все, сразу раз, два, раз, два, вот она. Вот она, раз, два. Стас, прижимайся к нему, голову наоборот прячь. Хорошо, Равиль, молодец. Давай, минуту, минуту делаем, еще 30 секунд, да, вот этот, минуту. Дышать, вытягивать, срывать. Постарайся, Стас, не дать, здравствуйте, не дать, постарайся сейчас не дать ему. Вот сейчас, да, раз, два, за ним двигайся, только головой его не бей. Вот сейчас он будет отжиматься, может, пятками, Равиль, правильно, молодец. Пяточками, да, и вот раз, два, вытянул, хорошо. Молодец, Стас, не давай, не давай, молодец. Голову, голову прячь, молодец. Выше поднимайся, Стас, за шею хватай. За шею хватай, за кимоно. Там нечего ловить, там только на болячки садиться. Хорошо, аккуратно. Не вставай, не вставай, не вставай, Стас. Борис, низко. Вставать, значит, улетишь сейчас. Спасибо, достаточно. Аккуратно, стоп, стоп, хорошо, поменялись. То же самое. Вот такая работа. Хаджиме. Ну что, все? Не ударь, не ударь, вот, разворачивайся. Не туда, не туда, думай, что делать. Или отталкивайся от него, Стас, пятками, не спать. Равиль весит 62, Стас, на всякий случай, да? Давай, давай. Молодец, уже лучше. Головой стремись, на подкрутке туда сразу, подхваты делай. Не держи за две руки. Ну, Равиля стиль такой, а твой держи. Вторую руку надо было под ногу старайся загнать. Сбросил, и все, и пошел. А руку, руку под ногу. Будешь ему класть, нет, Стас?
тебя нет возможности закручиваться, давай. 30 секунд еще. Равиль, не давай ему сейчас вообще ничего делать. Да, вот так, давай. Стас, давай, работай. Только аккуратно. Только не надо сжечь силы, ты технику какую-то старайся придумать. Не жги силы, время идет, у него баллов куча, а ты его держишь, что делать как раз не надо. Хорошо, аккуратно. Стоп. Спасибо, отдохнули. Взял внутренний захват. Да, раз. Отжал его, Юра, как вариант. И наоборот на себя, да, если отжал и на себя. Раз. Оба, и сел, молодец. Раз. Ладошки, медвежьи лапы, да, ставим? Медвежьи. Помнишь, как делается? Я помню. Давай. Вот так, медвежьи, хорошо. Давай, Кирилл, давай. Не торопитесь, спокойно, технику. Давайте посмотрим на старших ребят. Давайте на старших посмотрим, как они делают. Раз. Два. Оп. Два. И... При этом немножко можешь подкручиваться, Юр, хоть ты и высокий мальчик. Подкручиваться. Раз. Подкручивайся, а гард не раскрывай, чтобы он мне не обошел. Вот как вариант такой раскачки. Спасибо, второй. Да, нормально, Юр, молодец, хорошо. Нормально, да, вот так вот, да. Да, как и в карате, как удары, взрывы, пах-пах. Не спать, чтобы были немножко такие непредсказуемые. Не-не, тут никак. Thank you.